Макарон, куки, стас, ей! Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами откроем вот такой вот набор Hatchimals. Здесь у нас их 14 штучек в решеточке яиц. 12 это у нас первая серия. И как бонус идут 2 яичка из серии номер 2. Ну что, давайте посмотрим, кто же нам попадется. Откроем нашу коробочку. Освободим от пленочки. Так. Так. Смотрите, 2 яичка, которые идут бонусом из второй серии, они в отдельном таком боксе из 2 яичек. Отставим в сторонку и откроем остальные. Открываем. И давайте посмотрим на нашу коллекцию. Вот такой вот большой вкладыш страны Hatchimals. И наши герои замечательные. Смотрите, здесь есть животные сада, фермы, также луговые, джунгли, лес, океан, саванна, пустыня, также речные животные. Есть специальные выпуски, это у нас идут лиловые или сиреневые, а также смеющиеся и хихикающие. А еще у нас есть полярные. И лимитированная коллекция очень редких фигурок. Это у нас облачное царство. И все яички у нас с крапинками, которые говорят нам о том, из какой именно части царства попадаются наши животные. Ну давайте посмотрим. Открываем. Начнем с первой серии. Смотрите, какие тут разноцветные яички. Вот они, вкрапления разные. Смотрите, вот такое с желтыми вкраплениями. Давайте посмотрим. Желтые вкрапления. Это у нас саванна должна быть. И поможем вылупиться данному яичку. Нужно потереть сердечко. Разогреть яичко только аккуратно, чтобы оно не треснуло, не разбилось. Так, терем. Еще разогреваем. Разогреваем. Смотрите, яичко у нас поменяло с вами цвет на розовый. Теперь нажимаем. И смотрите, что происходит. Кто-то вылупляется. Давайте же посмотрим, кто там. Посмотрим на нашего милого обаяшку. И это слоник. Такой он красивый. У него такой хвостик. И смотрите, какие красивые крылышки серебристые. Так, давайте посмотрим на его на вкладыше. Да, смотрите, ребята, это саванна. И крылышки у него серебристые, значит, он обычный. Такой вот у нас замечательный с вами герой. Давайте посадим его вот сюда, в нашу корзинку. И откроем следующее яичко. Вот такое. Давайте разогреем наше яичко. Согреем его и посмотрим, кто у нас вылупится там. Ребята, как вы думаете, кто у нас попадется именно здесь? Нажимаем и смотрим, кто же там нам попадется. Смотрите, кто-то сиреневый. Ух ты, и это жирафик. Он такой сиреневый, также у него серебристые крылышки. Значит, он у нас обычный. Давайте найдем его на листе коллекционера. И смотрите,
Вот они, это сиреневые лиловые животные, специальный выпуск. Такой он милый и красивый. Давайте посадим его так же в нашу корзиночку и возьмем следующее яйцо. Посмотрим, кто же у нас там попадется. Греем, греем, греем наше яйцо. Сердечко поменяло цвет. Так, открываем. Ух ты, кто же там такой на нас смотрит, ребята? У него розовые крылышки. Давайте найдем его на нашем листе коллекционера. Вот он. И это у нас животные леса. Смотрите, какой он красивый. Очень приятные цвета. Давайте посадим его вот сюда. Нашу редкую фигурку. И возьмем следующее яйцо. Давайте согреем наше яичко и посмотрим, кто же там у нас вылупится. Сердечко поменяло цвет. Нажимаем. Открываем. И кто же там? Сиреневый кто-то. Ух ты, ребята, смотрите, какой он красивый и подмигивает. Вот такой вот замечательный енотик, да, это, скорее всего, полосатый. У него серебристые крылышки. И он у нас из леса. Давайте найдем его на листе коллекционера. Вот он. Обычный. Очень красивый. Давайте посадим его к остальным фигуркам. И возьмем следующее яичко. Давайте посмотрим, кто же нам здесь попадется. Греем, 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 греем. Яичко поменяло цвет. Открываем, открываем. Там торчат чьи-то усики. Смотрите, и это у нас кто же? Улиточка. Она также нам подмигивает. Смотрите, какая она красивая. Давайте найдем ее на листе коллекционера. Так, улиточка, и она у нас идет из сада. Давайте посадим ее ко всем фигуркам. Откроем следующее яйцо. А вы пишите в комментариях, кто же нам попадется. Сердечко поменяло цвет. Открываем. И кто же нам там попадется? Смотрите, кто-то рыженький. Ух ты! Привет, ребята! Кто же это у нас такой? Пишите в комментариях. Какой-то барсучок. И он у нас обычный. Давайте найдем его на листе коллекционера. И он у нас лесной. Вот он. Такой замечательный, у него красивый хвостик. Улыбашка. Давайте посадим его вот сюда и откроем следующее яйцо. Открываем. Смотрите, кто-то там уже вылупляется. И кто же это, ребята? Вот он! Такой классненький. У него миленький хвостик. И тоже улыбашка. Давайте найдем его на листе коллекционера. И вот он у нас. Это у нас животное с поля или луга. И он у нас обычный. Дает нам лапку, как бы говорит нам, дай пять. Давайте посадим его ко всем остальным. Открываем следующее. И посмотрим, кто же у нас вылупится здесь. Терем, 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 терем. Открываем. И кто-то там розовенький торчит. Кто же это? А
Это у нас пандочка, смотрите. Такая она милая, закрыла глазки, лежит и кайфует. Классненький. Давайте найдем его на листе коллекционера. Как вы думаете, где он у нас здесь? А это у нас с вами специальная серия смеющихся животных. Они так хихикают и лежат и держатся за пузики. Хи-хи-хи-хи-хи. Вот он как раз держится за пузико. Давайте посадим его вот сюда. И возьмем следующее яйцо. Давайте греем. Посмотрим, кто нам здесь попадется. Яичко поменяло цвет. Смотрим, кто же там. Ребята! Такой красивый прозрачный дракончик. Колючечки у него прям, смотрите, какие красивые. У него розовые крылышки, что означает, что он у нас редкий. И он у нас прозрачный, а значит, это у нас идут полярные животные. Это идут специальный выпуск. Вот они все, и вот наш дракончик. Смотрите, он в полете веселый и радостный. Давайте посадим его к остальным нашим малышам. Возьмем следующее яйцо и разогреваем. Греем. И посмотрим, кто же нам у нас вылупится здесь. Открываем. Кто-то сиреневенький там у нас торчит, малыш. Ох ты, смотрите! Привет! Это собачка! Она высунула язычок. И судя по серебристым крылышкам, он у нас обычный. Давайте найдем его на листе коллекционера. И вот он. Собачки наши находятся на лугу. Давайте рассмотрим его поближе. Такой он замечательный тоже, у него такой хвостик, и он дразнится с нами. Давайте посадим его к остальным фигуркам и возьмем следующее яйцо. Также разогреем его, греем. Только смотрите, грейте аккуратно, чтобы его не разбить. Нажимаем и смотрим, кто же там. Смотрите, там кто-то уже торчит, такой розовенький. И это у нас овечка. Она радостно шагает по полю и бежит. Розовая шерстка. И она такая веселая. Она у нас обычная. Давайте найдем ее на нашем листе коллекционера. Вот она. Это у нас животное на ферме. Очень милая, улыбающаяся, ушки такие классные. Давайте посадим ее к остальным животным и откроем наше последнее яйцо первой серии. Нажимаем и посмотрим, кто же там нам подмигивает. Ребятки, открываем. А это тигренок, смотрите. У него серебристые крылышки, красивые полоски, и он также дает нам с вами 5. Давайте найдем его на листе коллекционера. Вот он. И он у нас животное, которое находится в джунглях. Вот такой он красивый. Тоже такой интересный хвостик. И давайте посадим его ко всем остальным животным и пододвинем их в сторону. А теперь посмотрим на коллекцию номер 2. Открываем. И смотрите, здесь у нас уже, в отличие от предыдущей серии, розовые яички. Давайте открывать. Посмотрим, кто же у нас вылупится из этого яичка. Греем. Яйцо поменяло цвет. Открываем. Кто же там у нас сидит?
А это панда! Смотрите, у нее обычные серебристые крылышки, и она нам подмигивает. И это получается у нас также серия хихикающих животных, которые смеются, держась за пузики. Хи-хи-хи-хи. У нас уже с вами в первой серии попадалась такая только розовая. И она у нас вся зажмурена. А эта подмигивает нам просто. Давайте посадим ее вот сюда. И посмотрим на второго героя, кто же нам здесь попадется. Греем, 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 греем. Так, нажимаем. Ему уже не терпится выскочить. И кто же у нас, ребятки, это? Ух ты, смотрите, какой классный. У него серебристые крылышки. Это какой-то барсучок. Такой синенький, улыбается, на нас смотрит. И говорит всем: «Привет, я родился!» Вот такой вот он замечательный. Давайте посадим его вот сюда. Вот таких вот животных мы сегодня с вами, хэтчималсов, открыли. Пишите в комментариях, какие у вас попадались. Кто вам понравился из нашего видео больше всего, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И всем пока!